Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня я с вами поделюсь простейшим рецептом майонеза, который готовится без яиц. Скажу сразу, что по вкусу он ничем не уступает классическому майонезу и готовится не более 5 минут. И для его приготовления нам понадобится 250 мл подсолнечного масла, 150 мл молока комнатной температуры, 2 столовые ложки лимонного сока, 2 чайные ложки горчицы и половина чайной ложки соли. В первую очередь подсолнечное масло необходимо взбить с молоком около 20 секунд. Взбиваем в комбайне или же с помощью погружного блендера. По консистенции масса немножечко начнет густеть. Затем добавляем горчицу, соль, лимонный сок и продолжаем взбивать до загустения. Время взбивания зависит непосредственно от мощности вашей техники. Моим комбайном, к примеру, я взбиваю приблизительно 10-15 секунд. В результате мы должны получить густую массу. Из данного количества ингредиентов получается 350 грамм готового майонеза. Попробуйте такой вариант приготовления, думаю, вам понравится. Ну и как всегда пожелаю вам хорошего настроения, не забывайте открывать в себе новые таланты и скоро увидимся!